Всех приветствую, дорогие друзья, официальный канал Лада Тольятти. Меня зовут Денис, сижу в автомобиле Лада Гранта в кузове седан. Комплектация Club, максимальная комплектация. Автомобиль с мультимедиа Enjoy, с навигацией, ютубом и так далее. Вот, обогрев лобового стекла, кондиционер, подогрев передних сидений, две подушки безопасности, это водителя, пассажира, электроусилитель. Два передних стеклоподъемника электропривод и обогрев наружных зеркал. Красивые легкосплавные 15-дюймовые диски. Шина Pirelli стандартная. Двигатель 1.6, 106 лошадиных сил. 16-клапанный мотор. Иксы в черном глянце. Наружные зеркала в черном глянце с повторителем. Это максимальная комплектация на сегодня, которая сходит с завода. Здесь у нас датчик парковки и камера заднего вида присутствует. Огромный, хороший багажник. У седана запаска 14 размера, домкрат, баллонный ключ, запасное колесо, все есть, присутствует. В общем, друзья, кто хочет забронировать для себя такой автомобиль, пожалуйста, welcome, обращайтесь. Цена прекраснейшая, 1 165 000, за 16-клапанный Club с мультимедиа Enjoy. Контакты в описании. До новых встреч, всем успехов, хорошего дня, пока.